Шановні друзі, шановні колеги, дозвольте мені розпочати конференцію. Я радий вітати вас на відкритті третьої міжнародної науково-практичної конференції Одеського національного морського університету. Наша конференція присвячена 90-річному ювілею судномеханічного факультету і кафедри СУТ Одеського національного морського університету. Мета проведення конференції є аналіз актуальних проблем сучасної судової енергетики та супутних тем, а також обмін досвідом українських та зарубіжних колег. Конференцію 2021 року планувалось провести на судні, як у позаминулому році. І для цього все було підготовлено компанією «Укрфері». Було надано комфортабельне судно з гарними умовами, зручний рейс, і за це я хочу висловити подяку компанії «Укрфері». Але в нинішніх реальних умовах пандемії ми змушені перенести дату морської конференції, і зараз ми маємо можливість зустрічатися онлайн. І в даному випадку це дозволяє нам навіть розширити коло спілкування. Перед тим, як я відкрию конференцію і запрошу учасників пленарних доповідей, я хочу представити вам, шановні учасники, статистику цьогорічної конференції. Усього подано докладів 115. Усього подано організації 43. З них закладів вищої освіти 33. Докторів наук присутньо 46 докладів. Професорів 40. Кандидатів наук 88. Доцентів 56, старших наукових співробітників – троє. Усього учасників конференції ми підрахували за 200 чоловік. Дозвольте мені надати привітальне слово проректору з навчально-організаційної роботи Одеського національного морського університету, кандидату технічних наук доценту Олександру Миколайовичу Шумила. Національного морського на відкритті третій міжнародної науково-практичної конференції присвячено проблемам судоморської техніки і судової енергетики, яку проводить Макаката на судових ця конференція. Учасників конференції. Зараз приймають участь, як казав шановний професор Варбанець, біля 200 учасників з 43 університетів, 18 міст і 6 країн, таких як Україна, Китай, Німеччина, Чеська Республіка, Таїланд і Норвегія. Ці конференції були проведені і організовані нам, як це личить морському університету, на борту судна, за допомогою наших партнерів компанії «Укрфері». Але, на жаль, пандемія внесла деякі обмеження в цю конференцію. І колектив тим часом планує, що наступну конференцію, колеги, ми дійсно проведемо вже на борту судна і проведемо її дійсно в реально морських умовах. Колектив нашого університету сподівається, що ця конференція буде слугувати справі єднання творчої і плідної співпраці між вченими різних університетів. Морська галузь є сама інтернаціональна галузь, і це локомотив розвитку світової економіки. Тому проблеми і рішення, які будуть підніматися на даній конференції, будуть слугувати гармонічному і сталому її розвитку. Бажаю, шановні колеги, всім учасникам конференції плідної співпраці, нових дружніх наукових зв'язків, міцного здоров'я, шановні колеги, і успіхів. І особливо я хотів виразити вдячність нашому завідувачу кафедри професору Варбанцю Роману Анатолійовичу, який є душою, серцем цієї конференції, який вклав максимум зусиль в проведення цієї конференції. І я вдячний йому за те, що він, як завідувач кафедри, підтримав ті традиції, які були закладені протягом 90 років існування нашого університету,
і кафедру судових енергетичних установок, де існували, я кажу, мабуть, всесвітньо відомі наукові школи. І завдяки його наполегливій роботі ці школи працюють. І головне, він відкрив свою школу, школу професора Вармаса. Дякую, шановні колеги, і всім нам здоров'я і успіхів. Дуже дякую, шановний Олександр Миколаєвич. Дозвольте мені надати слово члену-кореспонденту НАН України, проректору з наукової роботи Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, доктору технічних наук, професору Андрію Петровичу Марченко. Шановний Роман Анатолійович, я не член-кореспондент, це там якась помилка, мабуть, вийшлася. Але, все-таки гріє. Разом з тим, я хочу привітати всіх учасників конференції, привітати Романа Анатолійовича. Все-таки це наша спільна перемога в ці непрості часи. Ми зібралися для того, щоб обговорити проблеми сучасної суднової енергетики, суднових силових установок і аналіз тих публікацій, не публікацій, а тих доповідей, які були подані. Я продивився, показує, що охоплені дуже багато актуальних проблем, які сьогодні на часі і потребують, скажімо так, спільної думки. Безумовно, якщо розглядати в глобальному контексті, то суднова енергетика, як і теплові двигуни, сьогодні знаходяться на такому, дуже хиткому, а дуже непевному стані. Сьогодні все більше звучить, питань, проблем, які пов'язані з впровадженням електроприводу, які пов'язані з впровадженням, особливо це для наземного транспорту, які пов'язані з впровадженням, нових підходів до проблеми теплових двигунів. Є і така позиція, коли деякі країни намічають, планують, наприклад, на наземному транспорті повністю відказатися від теплових двигунів. І з одного боку, сама по собі ідея є непоганою, але якщо ми подивимося на ті мудрі слова, які є в Біблії, коли кажуть, де написано «не сотвори собі куміра», а це означає, що якщо ми беремо і якийсь захід, якусь наукову ідею, якусь наукову розробку ставимо над всім і кажемо, що це от тільки це і більше нічого, то це веде до дуже негативних наслідків. Тому одна із проблем, яка, на мій погляд, сьогодні повинна бути на всіх конференціях з двигунобудування, судового двигунобудування, двигунобудування для наземного транспорту, вона повинна роз'яснювати, що для кожної силової установки, в тому числі і для теплових двигунів, є своя ніша. І сьогодні, якщо ми будемо вибирати тільки один напрям, то це буде дуже негативно впливати на розвиток цивілізації.
Тим більше, коли ми кажемо, не ми кажемо, а нам кажуть, що це екологічний транспорт, то це зовсім не так, тому що для виробництва тієї ж електричної енергії витрачено багато чи то вугілля, чи то природнього газу, які теж забрудняють навколишнє середовище, але це забруднення йде в іншому місці. Але ми всі знаходимося на одній планеті, це планета Земля, і ми не можемо не відчувати цього негативного впливу. Чому я знову таки кажу якраз зараз і кажу це? Тому що сьогодні немає консолідованої позиції представників, хто займається тепловими двигунами, на цю проблему. І вона вирішується замість нас іншими. І тому от я пропоную, щоб один із аспектів там наступних конференцій ми обговорили якраз в тому числі і цю проблему, і в цьому напрямі є одна доповідь, яка представлена аспірантам від нашого університету, де представлені якраз, ну, скажімо так, невеличкі аспекти цієї проблеми. Тому тут взагалі, як завжди, проблем дуже і дуже багато, але конференція повинна йти, тому що я хочу сказати, шановні друзі, шановні колеги, по-перше, я бажаю всім доброго здоров'я, я бажаю всім, щоб ця негода, ця велика біда, яка прийшла на землю у вигляді COVID-19, щоб вона скоріше закінчилася, і ми мали можливість, як це каже Роман Анатолійович, як це казав проректор шановного університету, щоб ми мали можливість зустрітися наочно і обговорити всі питання, і ці, і інші питання обговорити, так би мовити, в широких і вузьких колах. Здоров'я і подолання цієї кризи. Безумовно, у нас через там пару днів Пасха, і це теж велике свято, я всіх вітаю з цим. І безумовно, те, що 90 років в судно-механічному факультеті, це теж велике свято, і треба тут тільки привітати і колектив організаторів, і особисто Романа Анатолійовича з тим, що так по-справжньому, як це личить в академічних колах, 90-річчя відзначається проведенням наукової конференції. Тому, шановні колеги, проблем багато. Будемо обговорювати під час конференції. А зараз я щиро дякую за надану можливість сказати добрі слова на адресу конференції і організаторів. І нам побажати плідної праці з тим, щоб ми мали підстави, мали натхнення працювати далі. Дякую. Дуже дякую, Андрій Петрович. Дуже дякую, Андрій Петрович. Шановні колеги, шановні друзі, у нас на пленарному засіданні присутня одна чарівна жінка. Це директор Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, професор кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті, доктор технічних наук Олена Анатоліївна Дакі. Прошу.
Good morning, dear gentlemen. Before I begin, I'd like to thank Roman Varbanets for inviting me here today. On behalf of Danube Institute of Water Transport of State University of Infrastructure and Technologies, I'd like to welcome you here. I'm very happy to be on this conference here today and to see so many scholars. The interest of this conference is growing every year. And of course, this is due to the actual topic of the conference. Вітаю всіх учасників сьогоднішньої конференції. Хочу щиро подякувати організаторам за таку чудову нагоду в умовах карантину взяти участь у науковій дискусії з морської галузі у форматі міжнародного спілкування. Переконана, що проведення конференції має позитивно вплинути на підвищення ефективності наукових досліджень, оскільки саме сьогодні нас гуртувала жага до збереження і розвитку надбань у морській галузі, професійна дискусія та обмін досвідом. Безперечно, конференція дасть імпульс підготовці нового покоління вчених, збереже та розвине творчі контакти фахівців з усієї України, близького та далекого зарубіжжя. Передивившись програму конференції, бачу, що вона досить різнопланова, розгалужена та має глобальний характер. Бажаю учасникам конференції плідної праці та нових наукових звершень, вдосконалення, розвитку та науково-технічного прогресу нашої морської галузі. Дякую. Дякую, Олена Анатоліївна. Дякую. Я хочу запитати професора Ігоря Володимировича Парсаданова. Ігор Володимирович, ви скажете? Присутній на нашій конференції Ігор Володимирович Парсаданов, доктор технічних наук, професор Харківський політехнічний інститут. Прошу. Добрий день. Буквально два слова. Я хочу поприветствовать всіх учасників конференції. Пожелать плодотворной работы, чтобы здесь мы увидели новые результаты научные, новые идеи, чтобы была дополнена информация о нашей важной деятельности, связанной с энергетикой. И еще хотелось бы пожелать, чтобы формат конференции, конечно, это очень интересно, расширяет круг, сказал Роман Анатольевич, но все же тот формат, который был первоначально, мне кажется, более привлекательным, потому что видеться и общаться с всеми участниками конференции, специалистами, это намного эффективнее, чем вот просто слушать доклады, там, даже задавать вопросы. Ну и к тому же гостеприимная адреса «Черное море» это вдохновляет и направляет на работу. И в том формате, в котором мы провели первую конференцию, благодаря спонсорам этой конференции УКФЕРИ, он, конечно, заслуживает большого внимания и уважения. Это хорошо, когда вкладывают деньги не в футбол и в маски-шоу, а в науку, в производство, в энергетику. Успішно работаю. Всього доброго. Дякую. Дякую, Ігор Володимирович. Я запрошу доктора Самчарда. Okay, everybody. Let me introduce our foreign professor. Доктор Самчард. The Faculty of International Maritime Studies, Khasat Sart University, Thailand. Dr. Samchart, are you ready, please? Yes, I'm ready. May I share the screen? Yes, we're hearing you. Good. We are good hearing you. Okay, I will start. Professor Roman, can I start now? Professor Roman, may I start now? Yes, please.
Please. The name of the name of presentation of Dr. Samchart is Eastern Economic Corridor Impact Thai Merchant Fleet. Please, Dr. Samchart, start. Good morning, everyone. My name is Dr. Somchat Kailaswan from the Faculty of International Maritime Study, Kasetsart University, Srirachakampat, Thailand. This, my presentation is covered about the Eastern Economic Corridor impact Thai merchant trade. This is my area about the public policy, especially this maritime policy. The my presentation cover in your screen. The first one, I will tell you the Eastern Economic Corridor, I will call the EEC. The my government launched this policy about 2016. They launched this policy for the right economy of my country and upgrade economy in the leader of in Asia. We hope about the first 5 years, we have a investment about $45 million US dollar. The EEC policy, we invite the investor for invest in this area about the innovation and advanced technology for the future generation. The EEC is located in the eastern part of Thailand. Cover the three provinces, Cha Cheng Sao provinces, Chon Buri provinces, and Rayong provinces. Our government is trying to provide the infrastructure for complete transportation and logistics. Enhancement of investment value, reduce required for travel, and that will follow logistic costs. The main factor of promoting of international trade is sea transport. The sea transport did have another transport mode. Because the sea transport is cheaper than another shipping mode. In the Thai merchant, the fleet is not too big. We have about 400 ships with size about 1,000 deviton and more. We have a holder about 10% about the import export. This year or past many year. The infrastructure very significant in that area. The first of all, the government did make a high speed train ring. Three airport, the Dabok Airport, Suvarnabhumi Airport, and Utapao Airport. We link the three airport about 1 hour, not less than 1 hour. Every airport go to downtown to Bangkok. Another infrastructure is Lam Chim Bang Port Phase 3. It's Phase 1. Phase 2 is the Phase 3. Phase 3 is the and wider and deeper. We expanded capacity of Lam Chim Bang Port is 18.1 million TEU per year. We will open it 2025. And another port, Mapta Phut Port Phase 3, this is a liquid cargo port. We think that we estimate about 31 million ton of gas and liquid cargo shipment for a year. It will be operate about 2024. The last one is really, really important, the Utapao International Airport. This the airport, the big, like a aviation city. We included a big airport with capacity about 60 million passengers a year. We will operate 2024. And another, we have
maintenance center and training center. We have aviation industrial equivalent in this area. It a lot of money to invest in this airport. My objective of research in order to study this policy of Eastern Economic Corridor affect the growth of the Thai merchant fleet. This study I focus on the opinion of entrepreneurs in maritime industrial equivalent. I got opinion obtained from the interview from the big player in Thailand. Method. My study did qualitative research. We study the document and research paper reference. It's very important. I chose another way for getting information. I use in-depth interview. In-depth interview, I got from the big player in maritime industry in Thailand. We have a three. I got the three. The first one is a Tourism. Tourism is the Bangkok public company. His business is a principal that bulkly air service, transit and charter service. His fleet have about 23 vessels. Size of each vessel 50,000 TEU to 60,000 TEU. Second is RCL company, public company. This is the operated container ship. He is a big player that route Bangkok to Singapore. He operated feeder. He take a good from the Bangkok to Singapore for transshipment to another country. His fleet have a vessel about 35 vessel, size about 2,000 TEU and more. And another company I got SC Group is a operated small container ship. He served in our coastal and river or inland area. After I interview, I got a lot of information for the big player in Thailand. The same company said that in the same way, the government policy is unclear. Unclear means that he don't say anything for support for promote the maritime industry. Why? The entrepreneur is unable to make the business plan to support that policy. Such as Lamchibang profiting the service, with emphasized container loading or unloading. It's not for bulk carrier. Just only for the container ship. The Lamchibang profiting is why the bigger the big ship will come to that port. RCL heavily effective because the cargo don't take transshipment to Singapore because Basel in the new port. This is the bigger and deeper. SC Group is a small container that's operated cost. Coastal and river area is not effective in that policy of government. It's my conclusion. After I interviewed the key up manager, that big player in Thailand, he said the same way what the government policy is not unclear, is not promote of maritime industry. Especially the Lamchibang Port Phase 3, Mataput Port Phase 3. My suggestion for promote of Thai merchant fleet is a tax measure
tax matured in sum of tax matured in Thailand rate is a high rate compared to another country, which is why the Thai merchandise fit can't competition in another country. Second one is financial matching and funding. The entrepreneur that in many times said he want to support financial for the investor like make a new ship. The last one is very, very important. Regulatory matching. Some of Thai regulatory is too old and is not up to date to support the maritime incentive, but some regulatory is an obstacle of maritime business. Okay, this is all I have. Thank you. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you very much. That's all I have. Thank you. Thank you, Professor. Thank you, Dr. Somchart. Let me thank you, Dr. Somchart, for your presentation. On behalf of Odessa National Maritime University Marine Engineering Department, I would like to welcome you here today in Odessa. Thank you, Waliman. Yeah, thank you. Thank you, Waliman. Please, any question, please, to Dr. Somchart. Welcome. If you have any question to Dr. Somchart, please feel free to ask it. Okay. So I have some question to Dr. Somchart from Professor Reshetkov from Odessa National University. Currently, the Thai merchant fleet of about 400 ships provides transportation of 10% of Thailand's export and import cargo. Yep. The question number one, how many vessels in the Thai merchant fleet do you think can provide the required volume of traffic for Thailand along the Eastern Economic Corridor? Thank you. I mentioned about that Thai mentioned about that 10 less than 10% for whole that import export. The most of import export product carried by the foreigner company. I'm not sure about how many ship can hold it because the ship the core port about more than 10,000 a year in the Lam Chau Bang port. I need to the government support like I told you the tax, financial and law and regulation, something like that. Thank you. The question number two, please. What types of ships, for example, universal ships, bulk carriers, container ships, ro-ro, and what size, for example, handy size, Handymax, Panamax, should be added to the Thai merchant fleet? Oh, it's operated Handymax 40,000 TU to 60,000 TU is very suitable in the Thai merchandise fleet. Thank you. And the finally question number three. What options for increasing the carrying capacity of the Thai merchant fleet do you consider preferable? For example, building new ships, building new ships, buying ships that have been in operation, renting ships, etc. I can't hear you say again my question. The last question, please. What options for increasing the carrying capacity? I mentioned fleet. Do you consider preferable? I can't tell you exactly what is suitable. I think it is that this is a government have a measure for promote. I think that private sector should easy to adjust and do the business really well. I think that
I think that. Yes, yes. I think maybe building new ships, maybe, yes? Yes, yeah. Yes. That, new ship is very, very, very hard in Thai entrepreneur because a lot of for investment, long time for payback. He need to support the funding, the low rate of interest, something like that. Long term for payback, something like that. Okay, thank you. Thank you, Dr. Samchart. Let me thank you, Dr. Samchart, for your presentation. Thank you very much. You're welcome. The next, I'd like to introduce Associate Professor, Dr. Chart Wong. Welcome in Odessa, Dr. Chart Wong. So, Faculty of International Maritime Studies, Kasat Sart University, Thailand. Professor, Associate Professor, Dr. Chart Wong. Please, Dr. Chart Wong, your presentation. Hello, Sawasdee Krap. In Thailand, when we meet someone at first sight, we always say Sawasdee Krap, that means hello. So my face may look younger than my age. I am actually old enough. So I would like to present my faculty. I am personally a coastal engineer. So I must confess that I don't know much about marine engineering. So let me share my screen, please. So do you see my screen? Can you see my screen? Yes, yes, okay. Yes. Yeah, okay, I just have a short presentation of my faculty in order to introduce you to, we are in Thailand, a developing country. So we may not be as advanced as you are, but we are trying to move forward. So this is my introduction. My faculty is called the Faculty of International Maritime Studies. So we are with the Kasat Sart University in Thailand. We are one of the top five universities in Thailand. We are currently one of a few institutes that teach marine engineering and marine logistics. So let me introduce myself. I am a chairman of the research committee in my faculty. So I am responsible for taking care of all faculty members for all their research, their publications, and their international collaboration. I am also the editor of the journal. It is called the Maritime Technology and Research. I am myself a coastal engineer. I am used to design breakwaters, port engineering. So that is my email address at the bottom left of the presentation. If you need any help from Thailand or anything I can do for you, please email me without hesitation. This is the picture of our building. It is not big and it is not small. It is kind of moderate size that can host about we have six floors. We have the fundamental research instruments. So this is the atmosphere of what we look like at the moment. This is what we call the practice. I mean, every student in our faculty must to rehearse, to practice in the morning, every morning, because some of them may have to get on board ships to, I don't know what your country is doing, but in Thailand, we try to make them very, very, very good in following works on ships. So we have this kind of
practice every morning. Currently, we are not a big faculty. We have about like 700 or 800 students in our faculty. We currently teach three curriculums. We have marine engineering, that is 172 students. We have nautical science, that about the shipping and logistics, so 154 students. And we have another curriculum that's called maritime logistics and management. So we have these 359 students at this curriculum. So totally we have less than 1,000. We are not big, but we are, I think we are big enough in this country because Thailand is not a big country. So let me introduce about our research. We currently have the about 330 faculty members. We have maritime logistics in the research. We have ship designs and marine engines. We have marine environment. We also specialize in coastal engineering, coastal protection, and port management. So these are our research and publications. And I hope that if any of you are interested in, you know, working together, any collaboration, I am more than welcome. This is the policy of our faculty to move. How can we move forward to the international forum? So we try to increase our international collaborations by, you know, the first step is to increase our international publications, and we try to collaborate with other international nationals. So I must thank you, Professor Roman, for inviting us to introduce ourselves in this conference. So we are aiming at exchanging staff and students. And finally, we hope that all of us will benefit from our fruitful collaborations. This is some kind of the CSR, the community service relation. We try to make friendships with the neighboring communities because we believe that if it serves the community well, our university will grow well too. And finally, let me introduce you about our journal. It is called the Maritime Technology and Research. We was established in 2019. So we published articles from a variety of topics. So this is the topics covered in our journal. So it includes a marine engineering section, which is about the engines, the underwater technology, and the naval architecture, as well as maritime navigation and technology. So we are currently listed in this database, such as Crossref, Google Scholar, and many others. We are planning to apply for Scopus the next year after we get enough citations. So this is, I believe it is my last slide. So I am happy to introduce myself and our faculty at this conference. We are hoping to collaborate with you for further on for the future, maybe the fourth conference, the fifth conference, or the new conference. We are trying to offer our helps to do research together with you because all of your participants are very renowned. I have checked the website at your conference. I have tried to search many names, and I found that many of you are very famous and very renowned. Or maybe in the future, if you want to collaborate, if you want me, myself, to collect any information or any research database or whatever for any comparison study, I am happy to do it for you. And of course, I will not ask for any money. That is for our collaboration. So lastly, I have to thank you again for inviting me, Professor Roman. Thank you. Thank you very much, Dr. Chan Wong.
Thank you. Let me thank Dr. Charbonk, and on behalf of Odessa National Maritime University Marine Engineering Department, I would like to welcome you here today in Odessa. Thank you very much. Окей. Сейчас у нас есть сейчас на связи Евген Владимирович Калиниченко, доцент кафедры судноводения и морская безпека Одесского национального морского университета, кандидат технических наук. Евген Володимирович, вы можете выйти на зв'язок? Так, я тут присутній. Да. Прошу, чи прошу. Чи добре мене чути? Вітаю всіх, шановні колеги, вітаю всіх шановних колег і учасників цієї конференції. Дуже радий всіх вас бачити в доброму гуморі. Враховуючи те, що в нас дуже багато іноземних колег і іноземних друзів, дозвольте мені перейти на англійську мову. Anticipated, sorry for my bad English, so I will continue in English. Considering the presence of our guests and friends from other countries in the conference, let me switch to English. Dear guests of the conference, dear colleague and participants, first of all, I would like to thank Dr. Varbanets for the invitation to take part in such a wonderful form. Thanks to him and our university. This conference took place despite the pandemic, and I'm participating here for the first time. Further, I would like to say a few words about the efforts of the leadership of our university. Amid an improving teaching and learning for various innovating projects and the developing of new education program and scientific schools of the university. Without a doubt, there were a very difficult year and a half in the life of world and our country and our university. However, despite of the difficult times of the pandemic, the university continued its successful and high quality work to ensure the educational process and the continuing scientific research. As you probably know, our university started and successfully continues to graduate bachelor's and master of navigation a few years ago. New transas navigation simulators were installed. Soon, the additional new department of navigation and ship control will start working. Thanks to our sponsors, the simulators are constantly being improved, and now it is planned to install a full mission bridge navigation simulator connected to several mini bridges and an engine control room. Thus, with Dr. Varbanets and other representatives and scientific schools of our university, we are going to try to start the development and implementation of new project and scientific research. For example, I personally would be very interested in work, and Dr. Roman Varbanets and I have already practically started it to improve the energy efficiency of ships. Our university has all departments and opportunities for joint work in this direction. Ship mechanical departments for the design, development, and modernization of ship propellers and ship engines. Navigational departments to improve the quality of ship control and maneuvering. The Department of Operation of Ports and Maritime Transport to improve logistics of maritime. The Department of Shipbuilding to design more energy efficient ship construction. And economic and management departments for resource management. We will hear and talk about this and many other things at this wonderful and useful conference. In conclusion,
I would like to wish everyone a good health, further success in science and business. And thank you very much for your kind attention. Дуже дякую, шановні колеги, and я хочу сказати, що я дуже-дуже радий приймати участь у такій чудовій конференції і дуже-дуже сподіваюся на чудовий інтерес і буду приймати, намагатися приймати участь у цій конференції ще неодноразово. На все добре, дякую. Дуже дякую. Thank you, Dr. Professor Kalinichenko, for your presentation. And have you any question to Professor Kalinichenko, please? I'm not professor yet. I'm just associate professor. Associate professor, yeah. Sorry. Дуже дякую, да, Євген Володимирович, дуже дякую вам за вашу чудову презентацію. А зараз, шановні друзі, в нас є присутні декілька наші колеги, професора з міста Харків, Харківський авіаційний інститут. Я хочу запросити до привітальної доповіді професора кафедри конструкції авіаційних двигунів Національний аерокосмічний університет імені Жуковського, Харківський авіаційний інститут, доктора технічних наук, професора Олександра Віталійовича Білогуба. Так, добрий день. Зараз, я сподіваюся, буде моя презентація на екрані. А так, я дуже вдячний пану Варбанцю, що я тут. І що я тут не онлайн, а офлайн. Ось ви. І мені вдалося приїхати сюди до нас, до вас, як до себе додому. Дякую. Ну і погода дуже гарна до мого приїзду, до нашого приїзду. Тож я хочу познайомити вас трохи з тою кафедрою, на якій я працюю. І там доклад нашого завідувача, пана доктора Епіфанова, був, але він щось на зв'язок не виходить, то я і сам розкажу. Чути? Тепер чути, да? Ну, Національний аерокосмічний університет імені Жуковського, ХАІ, це наше ХАІ. І це ХАІ, ну, всім відоме, як університет авіаційного спрямування. Тож я тут на суднобудівній галузі такий зальотний. Але мені дуже подобається це. Тож я трохи реклами зроблю якраз нашому університетові. Далі. Давайте далі. Будь ласка, ще. Наша кафедра існує з 30-го року, а за 22 роки до цього, в 1918 році, у нинішньому ХПІ була прочитана перша лекція з ДВЗ, з курсу двигунів внутрішнього згоряння. Це більш як 100 років тому, це 103 роки вже. І в 30-му році, коли був заснований інститут наш ХАІ, і кафедра існує з року заснування ХАІ як такового, і першим завідувачем був Цвітков Василь Трохимович. І він був один у трьох лицях. Він був завідувач кафедри в ХПІ ДВЗ, завідувач кафедри авіаційних двигунів в ХАІ, і він же був головний інженер паровозобудівного заводу в Харкові, а тепер це завод імені Малишева, який виробляє танки, ну, виробляв
танки, а зараз тільки трохи ремонтує. Ну, далі, давайте далі, щоб часу було. Далі у нас були роки такі, як і у всіх, і такими значними завідувачами кафедри був пан Ісак Авсентійович Біліченко, ось він, і Дмитро Федорович Симбірський. Дмитро Федорович Симбірський, ну, живий, здоровий, не дуже здоровий, правда, але, ну, 10, вже більше, ніж 10 років тому передав кафедру професору Епіфанову. І що було таке видатне в цій кафедрі? На кафедрі працював Архіп Михайлович Люлька, який потім заснував КБ, своє КБ, і двигуни турбореактивні АМ відомі ж у всьому світі. Так от, Архіп Михайлович Люлька, коли працював в ХАІ, він займався паровими двигунами для авіації. Ну, ми ж знаємо, що такі двигуни, ну, не пішли. На авіацію не пішли. Але це була його робота. І потім, коли він запропонував зробити газотурбінний двигун, його тут не зрозуміли. В Харкові його не зрозуміли, він поїхав до Ленінграду, і там він почав працювати над газотурбінними двигунами. От така судьба. І в нас є макет, не макет, порізаний двигун, перший його двигун, двоконтурний, який, ну, якого зразків, мабуть, і нема. Ото у нас один і остався в нашому музеї. Давайте далі. І тепер, от тепер, у нас завідувач кафедри Сергій Валерійович Єпіфанов. Ну, присутні тут його добре знають. Він тут молодий. Це я знайшов фотку, де він ще не сідий. А такий. А далі буде кіно, де він буде вже такий, як сьогодні. І далі, що, чим займається тепер кафедра? Кафедра в основному займається конструкціями двигунів та агрегатів. Ну, двигунів конструкції на кафедру ніхто не дає проєктувати, але з агрегатами це по-іншому. Тобто кафедра тепер займається агрегатами. Я не зовсім з цієї спеціальності, я з ДВЗ. Я там читаю курси ДВЗ, але й агрегати також. І ми тепер займаємося проєктуванням, ну, наукою, пов'язаною з робочим процесом підшипників та шестеренних насосів, які мають працювати на газі, на керосині. Тому що, як несподівано, дуже такий по-русски нікопаний участок науки. Непонятно, що робити. Нет ресурсу у таких насосів, які працюють на газі. Ну і далі давайте подивимось маленький фільм. Там ще й музика до нього була. Ну, музики, мабуть, нема. Значить, це вестибюль, ну, фойє нашого корпусу. Це двигун АІ-20. Стоїть прямо в корпусі. І далі ми ось у цю дверівці заходимо до кафедри. Це наша кафедра. Ось вона тут є. І далі, ну, як і у всіх, ми пишаємося нашими випускниками. Тут такий стенд з випускниками, там і генеральні конструктори, і головні конструктори. А далі оце наш клас газотурбінних двигунів. Я, щоб не займати часу, тільки одну показу. Оце можна трохи назад. Я покажу вам, оце зліва, оце є двигун Люльки, перший його двигун, який зберігся,
в єдиному екземплярі, оце він. Більше такого нема. Ну, ото стоїть двигун ЮМО, який стояв на Месершміті 262-му. Далі поїхали. Оце двигун до вертольота гелікоптера Мі-26, самий великий вертоліт. Ну, далі редуктор. Ну, і далі, стоп. Оце двигун НК-12, який розроблено в кінці 50-х років і який літає і тепер на літаках Ту-95. Це саме, ну, до нашого часу це самий, мабуть, економічний турбовинтовий двигун на сучасності. Його розробляли німці. Німці доробили всю гарячу частину, але редуктор там був не німецький. Був німецький, а редуктор, який потім стали виготовляти серійно, це вже редуктор з КБ Кузнєцова. Тому він НК Ніколай Кузнєцов. Ну і давайте далі поїхали. І оце професор Єпіфанов читає лекцію китайським. Робочка, я на місці і на слізі. Так, що там таке? Значить, він читає лекцію китайським студентам англійською мовою. Ну, у нас тепер навчаються іноземці в більшій кількості, ніж українські студенти. Так десь вдвічі більше. Оце китайці, китайська група, і тут до них додали і трохи африканців. Ну, все, мій мультфільм закінчився. Все, ну і дякую за увагу. Значить, наша кафедра конструкції, от я її трохи представив. Ну і у нас повинна бути доповідь про оці проблеми з трибовими пампами. Ну, якщо дочекаєтесь, буде мій аспірант і доповідати, коли ми зберемося на секційне засідання. Дякую за увагу. Дякую, Олександр Віталійович, дякую за гарну презентацію. Дякую вам. Зараз, шановні друзі, зараз у нас присутній на связі представник судноплавної компанії «Укрфері» Роман Соломонович Моргенштерн. Компанія «Укрфері» вже не перший рік підтримує проведення наших конференцій. І я хочу висловити дуже глибоку подяку компанії «Укрфері». Вони дали можливість провести конференцію в морі на борту прекрасного лайнеру «Каунас». А зараз я хочу запросити представника компанії Романа Соломоновича Моргенштерна. Роман Соломонович, ви нас слышите? Ага, вот был на связи. Да, слышу, добрый день. Да. Роман Соломонович, я вас представил уже, пожалуйста, ваше слово, пожалуйста. Да, спасибо. Ще раз, привітальне слово директора з питань розвитку та маркетингу судноплавної компанії «Укрфері» Роман Соломонович Моргенштерн. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я хочу поприветствовать от судоходной компании «Укрферри», от президента СК «Укрферри» господина Курленда, вас. И хочу сказать, что это большое достижение в такое трудное время
онлайн, но я так понимаю, что и офлайн, Варбансу, ректору Одесского национального морского университета господину Руденко. Это большое дело, и судоходная компания «Укрферри», конечно же, его всячески приветствует и поддерживает. Мы не первый год сотрудничаем с... Сотрудничество длится уже многие десятилетия. Я выпускник кораблестроительного факультета Одесского национального морского университета. Наш президент господин Курлинд тоже выпускник тогда еще водного института. И многие десятки наших сотрудников и берегового состава, и плавсостава. Самое ближайшее будущее из теории, из лаборатории перейти в практику международного судоходства. И это большой вызов, это большая ответственность, и, наверное, это очень интересно. Поэтому я искренне завидую всем специалистам, которые сейчас здесь присутствуют. Интересное время, время больших достижений и больших новаций. Что я хотел бы еще сказать? Важнейшая задача перед научным сообществом, по крайней мере, в нашей стране, это добиться того, чтобы талантливая молодежь шла в эту сферу, шла в науку. Вот предыдущий докладчик сказал, что сейчас в два раза больше инстанций. И это, к сожалению, серьезная проблема. Проблема, которая в будущем может сказаться на техническом и технологическом уровне нашей страны. Мы должны сделать что-то, чтобы изменить эту ситуацию. И вот такие конференции, я думаю, что тоже будут этому способствовать. Я хочу пожелать всем плодотворной работы, заверить вас, что со стороны Укрферри мы всегда поддержим науку, образование. Мы надеемся... Так, уважаемые коллеги, мы поняли, там, да, там, возможно, какие-то технические моменты со связью, но в целом я хочу сказать, что я вообще нужно поблагодарить компанию Укрферри, и вот в ее лице это директоров Александра Марковича Курлянда и Романа Соломоновича Моргенштерна, а также технического директора Беленького Петра Николаевича, поблагодарить за всецело, за поддержку нашей конференции, которая уже происходит не первый год. И, конечно, я счастлив такой возможности, которую представляет нам эта компания Укрферри, а именно проводить конференцию на борту судна. Она имеет хороший такой практический смысл. Мы в этот момент делаем, во-первых, мы находимся на живом энергетическом объекте, мы делаем индицирование двигателей вместе с профильными специалистами. И вообще это все очень интересно, конечно же. И, конечно, еще раз благодарим компанию Укрферри за поддержку нашего мероприятия. Надеемся, что вот в ближайшее время, когда пройдет у всех во всем мире, и у нас в частности, вот этот острый пик пандемии, и будет возможно путешествовать, и делать такие вот интересные конференции, мы обязательно их сделаем, и компания Укрферри нам в этом поможет. Спасибо. Спасибо, Роман Соломонович.
Сейчас, уважаемые коллеги, сейчас у нас на связи находится Виктор Михайлович Горбов. Я его представлю. Виктор Михайлович, вы меня слышите? Да, я вас слышу отлично. Да. Пожалуйста, завідувач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, кандидат технічних наук, професор Віктор Михайлович Горбов. Дякую. Шановні колеги, дозвольте привітати всіх учасників цієї конференції, призвяченої розвитку морської галузі в Україні. І щиро подякувати організаторам, а особливо Роману Анатолійовичу Варбу. Я вражений безкінечною енергією цієї людини. Дуже активна і продуктивна робота наукової школи. Дуже велика енергія, яка витрачається на те, щоб забезпечити зв'язок між колегами для вирішення актуальних проблем. А чого варте позаминулого року наша конференція, і я впевнений, що вона ще відбудеться і відбудеться на судні неодноразово. Роман Анатолійович, щира вам вдячність за вашу активну діяльність таку, яка гуртує нас навкруги важливої для нашої держави проблеми. Я хочу сказати, що зараз морська галузь, в якій ми з вами працюємо, а працюємо ми не тільки в науці, але ж в першу чергу для нас з вами це є підготовка достойної когорти фахівців на судна, механіків, судноводіїв, електромеханіків і так далі, і так далі. Ця робота проходить в дуже складних умовах. Що можна сказати тільки про розвиток науки? Тільки саркастичні посмішки може визвати те фінансування, яке виділяється державою на розвиток науки для наших морських навчальних закладів. Ну, до речі, не тільки для морських. Але ж мені хотілося б сказати, що не зираючи на це, результати роботи наших науковців достатньо серйозні. Дуже приємний подарунок зробила Державна атестаційна комісія України, яка напередодні нашої конференції прийняла рішення про присудження наукового ступеню двом нашим колегам. Це Євген Вікторович Білоусов, Херсонська державна морська академія, і Олександр Константинович Чередніченка, Національний університет кораблебудування. Я від цієї душі хочу поздоровити наших колег і побажати їм подальших успіхів. Ну і що ще немаловажного, я хочу сказати, десь наприкінці минулого року Євгена Вікторовича Білоусова вийшла книга в всесвітньо відомому іздательстві «Шпрінглер» «Сучасні морські дизельні двигуни». Це також є показник і є визнання наших з вами досягнень у світі. Ну, до речі, у минулому місяці вийшло дві книжки видавництва «Шпрінглер», авторами яких є наші викладачі нашої кафедри експлуатації суднових енергетичних установок. Я хочу побажати плідної роботи нашій конференції. Я хочу побажати подальших досягнень нашим творчим колективам, нашим навчальним закладам. І хай нам щастить. На все добре. У мене все, Роман Анатолійович. Дуже дякую, Віктор Михайлович, за вашу доповідь. Зараз у нас є присутні декілька наших колег з Миколаївської школи. Також я хочу представити
свого друга, який є зараз у нас на пленарному засіданні, доктор технічних наук, філософ Євген Вікторович. Раз. Якщо дозволите, я російською. Я в першу очередь хочу поблагодарить организаторов конференции, в первую очередь заведующего кафедры Романа Анатольевича Варбанца за ту огромную работу, которую он проделал для того, чтобы эта конференция состоялась, особенно вот в наше такое непростое коронавирусное время. Вот. И мы, в общем-то, ну, как все готовили доклад на конференцию такого научного плана, ну вот в последний момент мы решили немножко переформатировать наш доклад. Дело в том, что тоже это определенная работа, которая велась на протяжении многих лет и почти безрезультатно, а вот уже непосредственно за несколько недель до этой конференции, ну, вдруг неожиданно мы получили определенные результаты, и я бы об этом хотел рассказать. Значит, ну, мы знаем, что, в общем-то, то будущее, о котором здесь уже сегодня многие говорили, да, вот судового двигателестроения, двигателестроения вообще, оно, конечно, невозможно без того, если мы не будем знать и истории, как создавалась эта отрасль. Долгое время отрасль судового и вообще двигателестроения, истории этой отрасли, она была несколько заполитизирована, потому что разные идеологические системы между собой соревновались, были разные подходы к трактованию истории, и поэтому были объективные причины, потому что, в общем-то, в те времена действовали патенты, эти патенты приносили их владельцам достаточно серьезные прибыли, поэтому шла ожесточенная борьба за первенство, за то, чтобы называться первым создателем того или иного принципа, того или иного двигателя, того или иного цикла. И поэтому, в общем-то, история тепловых двигателей, она очень насыщена именами. Ну и если говорить о зарождающейся теории двигателей внутреннего сгорания на конце 19-го, в начале 20 века, то, в общем-то, мы уже знаем, что оттуда по всем учебникам пошли так называемые идеальные термодинамические циклы двигателей, которые все знают, их три, да, то есть это цикл Отто, цикл дизеля, ну и третий цикл – это цикл с комбинированным подводом теплоты, и вот здесь вот у ученых по сегодняшний день нету единства, да, то есть в странах, ну, Германия, Австрия, там этот цикл называют циклом Залегера, страны Франция, Нидерланды, там в основном это называют циклом Саботе, ну а на постсоветском пространстве этот цикл носил название цикла, Тринклера, Густава Васильевича Тринклера. Ну вот здесь мы как раз представили. И по сей день единство в этом вопросе, то есть кому же принадлежит первенство этого цикла, нету. В литературе некоторые объединяют цикл Тринклера-Саботе, некоторые говорят, что это цикл Залегера-Саботе, ну, то есть в любых комбинациях, да, и это, в принципе, будет правильно. Мы в том материале, который мы хотим представить вашему вниманию, ну, не пытаемся как-то определить, кто же из них какую роль внес. Когда-то мы это пытались сделать, но сегодня задача немножко другая. Дело в том, что все достаточно много информации о Густаве Васильевиче Тринклере, да, очень много информации, ну, достаточно много о Мироне Павловиче Залегере. А вот кто такой Саботе, к сожалению, до сегодняшнего дня не могли ответить никто. Даже наши французские коллеги, которым я задавал вопрос, а я обращался во многие научные, в том числе организации Франции в первую очередь, да,
ну, с таким примерно вопросом, ну как же так? Ну вот все знают Гизеля, да, все знают, а это ж француз, ну неужели для вас это не есть чем-то ненормальным, что вы ничего не можете сказать, кто был этот человек, да, что он сделал в конечном счете для двигателей внутреннего сгорания? Ну и это продолжалось, как я уже сказал, на протяжении нескольких лет нам не удавалось разыскать никакой информации об этом человеке, кроме того, что его звали Луи Гастон или Гастон Луи, то есть в разных сочетаниях встречалось его имя. Никогда он родился, нигде жил. Ничего. Ну, можно было со временем, когда появились оцифрованные патенты, можно было найти патенты его, но опять же информация там никакой о самом не было. И так продолжалось до тех пор, да что ж такое мне перескакивает, пока вот мне не удалось разыскать еще одного такого вот энтузиаста, который очень хотел докопаться до истины во Франции. Это президент музея двигателей в небольшом французском городке Самур. Значит, там руками энтузиастов создан музей, в котором имеется более 500 экземпляров различных двигателей разных времен. И, в общем-то, вот председатель Филипп Белье, он провел колоссальную работу. Значит, результаты этой работы он мне регулярно сообщал. Ну вот после той работы, которую он проделал непосредственно там во Франции, у нас появилась ну, хоть какая-то информация об этом человеке. Поэтому ну, можно считать, что сегодня премьера. Мы сегодня впервые узнаем, кто же такой Луи Гастон Саботе. Значит, и таким образом, Луи Гастон Саботе, при рождении Луи Саботе, родился 3 апреля 1877 года в поселке Олуч. Значит, это, в общем-то, недалеко от Тулузы. У 33-летнего фермера Гийома Саботе, ну и его жены Марии. Это на юге Франции, вот мы видим здесь юго-востоке Франции область находится, вот такие красивые живописные пейзажи. Ну и вот нашим французским коллегам удалось разыскать запись в книге регистрации, ну как бы сейчас мы называли, актов гражданского состояния. Вот о рождении ребенка, которого нарекли при рождении Луи Саботе. Значит, ну, уже в 1891 году родители его определяют в школу-интернат при профессиональной школе города Эйре на юго-востоке Франции. Это довольно на тот момент известный центр подготовки технических специалистов. Ну и Саботе, обучаясь там, в общем-то, даже получал муниципальную стипендию, ну, с чего, наверное, можно сделать вывод, что учился он все-таки неплохо. Да? После окончания этой школы он перебирается в Париж и поселяется в Париже и начинает работать сразу на несколько компаний, ну, как тогда раньше говорили, вольный художник, да, то есть инженер, который брал заказы и выполнял заказы для различных ведомств. Причем, в общем-то, он очень много работал сразу в нескольких сферах. За свою жизнь он получил 65 патентов в общей сложности. Но и вот где-то в начале уже 20 века он начинает интересоваться такой новой отраслью знаний, как тепловые двигатели. Ну а так как его основная деятельность была в основном связана с оборонными ведомствами Франции, в общем-то все эти решения как раз были ориентированы для военных нужд. Кстати, вот удалось обнаружить совершенно интересный патент. Да, оказывается, Саботе, я не могу утверждать, что был первым, но наверняка был один из первых, кто предложил использовать двигатели внутреннего сгорания
питания для подводных лодок. И вот в этом патенте он как раз говорит о замкнутом газовом цикле этого двигателя, то есть когда используется в качестве рабочего тела инертный газ, в который подается, соответственно, окислитель, который или получают на борту, или хранят в баллонах, и топливо. Да, а после сгорания в цилиндрах в специальном устройстве снова происходит отделение продуктов сгорания, и далее этот газ повторно используется в этой установке. Это изобретение, в общем-то, не лишено смысла. Мы знаем, что такие двигатели впоследствии были созданы, но на сегодняшний, вернее, на тот момент это было уж очень слишком опережало время, поэтому в дальнейших своих работах Саботе все-таки вернулся к обычному двигателю, который уже использовался как стационарный на многих, многих энергетических установках. Но когда попытались этот двигатель установить на судно, столкнулись с целым рядом серьезных проблем. Я отмечаю, что это время еще до того, как еще Зеландия не была спущена на воду. Да? Какие это были проблемы? Ну, в первую очередь, двигатели того времени, они все были компрессорными. То есть использовался сжатый воздух для подачи топлива непосредственно в цилиндр. И вот когда двигатель работал в качестве стационарной установки на постоянных оборотах, проблем не было. Компрессор, который был соединен с валом двигателя, обеспечивал необходимое количество воздуха. Да? Но как только нужно было регулировать, работая по винтовой характеристике, уменьшать обороты, чтобы регулировать мощность двигателя, специалисты столкнулись с такой ситуацией, что не хватает воздуха, то есть производительность компрессора недостаточно, чтобы обеспечить необходимое количество воздуха для подачи топлива в двигатель. И, соответственно, эту проблему нужно было как-то решать. Поэтому Саботе нашел свой вариант решения этой проблемы. Он предложил подавать топливо в цилиндры двигателя в два этапа, то есть два последовательных впрыска, что, кстати, тоже значительно опережает время. То, что мы сегодня подаем как какое-то ноу-хау, да, то есть пилотный впрыск и основной впрыск, это, в общем-то, уже в то время было предложено Саботе. Первый впрыск он предлагал делать задолго до прихода поршня, с достаточно большим углом опережения для того, чтобы первая порция сгорала при постоянном объеме, и уже потом на линии расширения он предлагал подавать второй впрыск, и вот этим вторым впрыском его продолжительностью регулировать мощность двигателя. Это позволяло решить две основные задачи. Во-первых, держать максимальное давление цикла достаточно высоким за счет первого впрыска, и, соответственно, за счет второго впрыска ограничить это максимальное давление, но при этом сохранить возможность регулирования мощности. Саботе предложил оригинальную конструкцию форсунки в своем патенте, которая вот здесь вот представлена. Мы потом детально опишем, у кого будет интересовать, как предполагалось и как работало это устройство, но сейчас, в общем-то, вы можете видеть просто это. Так, что-то у меня не переключается. Можно переключить следующий слайд? Почему-то? Ага. Нет. Оно с какой-то задержкой. Вот опять я перерываю. Ага. Вот, показано устройство этой форсунки. Ну и если кто посмотрит учебники советского периода, послевоенные, там очень часто говорится о том, что Саботе не может претендовать на первенство этого цикла, потому что он предложил некую конструкцию, а не предложил конкретного цикла. Так вот, мы подняли патент, в общем-то, это не совсем так. То есть Саботе, в общем-то, четко описал конструкцию своего двигателя и, в общем-то, показал, каким образом происходит регулирование мощности в этих двигателях. То есть вот он показал в данном случае в том числе и термодинамический цикл. Для продвижения своих двигателей в дальнейшем Саботе создает акционерное общество
ну, общество производства двигателей Сабате, для чего выпускаются соответствующие акции, а производственные мощности, они арендуются в таком старом французском центре машиностроения, городе Сен-Этен. Значит, здесь на уже имеющихся производственных мощностях налаживается производство этих двигателей, куда и перебирается Сабате, предварительно в 2010 году, женившись на Пьер Жюли Ланкон, да, и 15 сентября 1910 года у них рождается дочь Мария Луиза. Значит, на следующем слайде мы с вами видим уже построенный четырехцилиндровый, это был один из первых экспериментальных двигателей Сабате, на испытательном стенде в заводе, на заводе в Сан-Этьене. Двигатель по тем временам имел очень неплохие характеристики, то есть он показывал порядка 185 грамм на лошадиную силу в час, что, в общем-то, является достаточно большим показателем. И при размерности 35 на 35 сантиметров цилиндровая мощность доходила до 175 лошадиных сил. Впоследствии была разработана на базе вот этой модели целая линейка. Да что ж такое? А можно переключать там, чтобы, потому что у меня почему-то оно... Ага, следующий слайд. Следующий, да. Ну, то есть помимо конструкции непосредственно топливоподачи, да, двигатели Сабате имели много оригинальных конструктивных решений. Ну, в частности, поскольку двигатель создавался применительно к подводным лодкам, там очень жесткие ограничения по высоте машинного отделения, да, и вот замену поршня нужно было производить, не разбирая двигатель, не снимая крышку цилиндров. То есть вот конструкция двигателей Сабате позволяла демонтировать поршень непосредственно из картера двигателя, не снимая крышки цилиндров. Ну и поперечный разрез двигателя мы видим тоже на этом слайде. Следующий, если можно, да, слайд. Кто-то подтормаживает, да? Нет, опять у вас то же самое. Назад, назад. А, ну вот здесь показано... та линейка двигателей, которая производила фирма Сабате. Это были вот уже те двигатели, о которых я говорил, размерности 35 на 35 сантиметров. Они были в 4, 6, 8 цилиндровом исполнении. Ну и для обеспечения судна энергии, в том числе электрической, фирма строила небольшие двигатели мощностью 50 лошадиных сил, трехцилиндровые. Здесь он тоже показан. Ну и подводная лодка класса «Арго», Q86, на которой как раз эти двигатели Сабате устанавливались до Первой мировой войны. Следующий, пожалуйста, слайд. Так, ну, с началом Первой мировой войны, да, Сабате начинает заниматься новой для себя темой, это разработка вооружений, в том числе вместе с Пьером Бюльером, известным французским оружейным дизайнером, да, они создают оригинальную конструкцию танка. Вот здесь показана модель этого танка, но дальше модели не пошло. Выглядит немножко, ну, как-то непривычно для нас, да, но должны понимать, что в то время, как выглядеть должен танк, тоже никто не понимал. Да. Следующий слайд, пожалуйста. Так, занимался ли Сабате после Первой мировой войны двигателями внутреннего сгорания, ну, нам информации обнаружить не удалось. Скорее всего, он занимался больше военными разработками. Очевидно, с этим и связана в значительной степени вот такая закрытость, что информации об этом человеке практически нету. Да? И умер он 7 мая 1949 года. И даже моим коллегам удалось разыскать запись
свидетельство о смерти этого, ну, в общем-то, незаурядного человека. Дочь его, тоже удалось установить, прожила до 1982 года, и дальше пока следы обрываются. Ну, я надеюсь, что мы продолжим эти поиски, и в дальнейшем мы еще сможем доложить и, может быть, даже показать, как выглядел этот незаурядный инженер. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо за внимание, коллеги. Спасибо большое, да, да, Евгений Викторович, большое спасибо за интереснейшую презентацию. Историческая презентация, она всегда очень интересна, особенно вот, в контексте нашей темы, нашей конференции. У нас есть вопросы, да, по-моему, к Евгению Викторовичу? Пожалуйста. Да, такой вопрос, Евгений Викторович. В принципе, пока я слушал ваш доклад, в общем-то, как бы я уже созрел и ответ. Я хотел поинтересоваться, не спрашивали ли вы вашего коллегу из Франции, по его мнению, почему такой выдающийся инженер СБТ, почему столько сделавший действительно именно для дизелестроения и вообще для двигателестроения, почему же он именно остался неизвестным? Почему так мало было информации? Ну, в общем-то, пока я слушал, я как бы, наверное, так и понял, что в связи с тем, что он занимался военными разработками, а в частности замкнутые циклы для подводных лодок, так же самое, как у нас предприятия военные, как абонентские ящики, наверное, так же самое и во Франции, такие люди были попросту засекречены. То есть их информация, невзирая на то, что была такая большая, настолько выдающиеся люди, видимо, их просто засекречивали для того, чтобы как можно меньше о них знали и фактически как можно меньше знали о тех разработках, которые они делали. Наверное, так, скорее всего. Но вы интересовались, почему так мало? Ну, мы как бы, конечно, интересовались, но это единственное разумное объяснение, вот почему действительно столь мало известно об этом человеке. Ну, скорее других, всего. Да, других объяснений у нас просто нету, потому что, в общем-то, ну, любая нация гордилась бы тем, что их представитель этой нации, да, внес такой вот выдающийся вклад, в том числе и в эту отрасль. Я хочу сказать еще раз, что он был разносторонним инженером, то есть он занимался не только двигателями внутреннего сгорания. Ну, нам известно, да, вот, что он занимался вооружениями. То есть французской армии на вооружении был миномет «Саботе». Разработаны и боеприпасы к нему. Да, опять есть, военная разработка. Да, в основном военные разработки, поэтому, естественно, наверное, вот так вот. Вот. Но мы сейчас хотим подготовить статью, которую в ближайшее время мы тоже планируем опубликовать. Ну и просто такая интересная информация, что буквально вчера я получил уже вечером письмо. Еще один музей в городе вот Сан-Этьен, я, собственно говоря, и было это производство, да, откликнулся и сказали, что у них есть какая-то информация, вот, они знают, что она есть, но им нужно время, чтобы ее подготовить, ну, и передать ее это, поэтому, в общем-то, уже как бы снимать доклад было поздно, да, но, возможно, нам его удастся дополнить в ближайшее время. Доклад, да. Очень с радостью услышим, узнаем, что же все-таки там было за дополнение. Спасибо большое. Да, спасибо большое за вопрос. Спасибо, Евгений Викторович. Спасибо всем. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас есть присутним старший выкладач кафедры судноводения и морская безпека Одеського національного морського університету, капітан дальнього плавання Олександр Іванович Сагайдак. Прошу. Доброго дня усім. Я дуже дякую за запрошення. По-перше, за можливість прийняти участь у цьому засіданні, у цій конференції. І що я можу зауважити, у ці важкі часи це дуже добре, що ця конференція є, існує. І звісно, як справжні моряки, ми повинні бути на борту судна, але що поробиш, якщо так склалися обставини. І це дуже добре, що ми маємо можливість виступити тут, поділитися своїми думками, науковими ідеями. І з моїх
власних спостережень можу сказати, що ця конференція розвивається, у дуже гарному напрямку, тому що я звідси ось бачу, вже збірник доповідей став трошки так товще, і ідеї наукові прогресують, тому що, як я розумію, важкі часи вони спонукають наукову думку до зосередження і до нових ідей. І я сподіваюся, що наступного разу ми все-таки будемо на борту судна через рік, і колись, може, вже зможемо орендувати не тільки Укрфері, а, можливо, і якусь Queen Mary, Queen Mary 2 і щось таке подібне. І незважаючи на те, що в нас ситуація зараз, як я вже сказав, досить така важка в Україні і у всьому світі, але ж ми маємо і добрі новини. Тільки що я отримав меседж. Учора ввечері Комітет Верховної Ради схвалив проєкт постанови про визнання моряків ключовими співробітниками. Як, можливо, ви знаєте, це була ідея Міжнародної морської організації, і до неї вже доєдналися майже 60 країн. І Україна повинна бути серед них, і це досить гарні новини, тому що, ви знаєте, зараз є певні проблеми зі зміною екіпажів, і з вакцинацією моряків теж є проблеми. Тому це, я вважаю, добрим знаком для нас, і хочу побажати гарних доповідей, успіхів цієї конференції, розвитку. Ну і, звісно, подякувати організаторам, організаційному комітету, особисто професору Варбанцю та усім, хто прийняв участь у організації цієї події. Дякую. Дякую, Олександр Іванович. Прошу, в нас є ще один фахівець, який має сказати. В нас присутній на час дуже Хрульов Олександр Едуардович, да, судовий експерт, Київська організація розповісти, будь ласка, про свою організацію. Олександр Едуардович, прошу. Добрый день. Я представляю нашу организацию Международное моторное бюро. Я сам являюсь судебным экспертом по двум специальностям Украины. Это оценка летательных аппаратов и исследование технического состояния транспортных средств. Но мой доклад будет не совсем про экспертное дело. Он касается участия в международных научных конференциях. Ну, сейчас мы все перешли фактически в онлайн участие с помощью там программных средств, таких как Zoom, и уже даже привыкли к этому. Но еще совсем недавно такое участие было очным, и я очень надеюсь, что все-таки эпидемия когда-то закончится, и можно будет продолжить именно очное участие. Я считаю, что это вообще очень важно, и именно об этом доклад на примере участия вот в международном иностранном симпозиуме, который был примерно полтора года назад. Можете? Когда стала речь о том, что неплохо бы поехать куда-то и сделать какой-то научный доклад. Я провел, поскольку являюсь экспертом, я провел такое небольшое экспертное исследование. И в том числе я его выяснял, собирал разные мнения по поводу того, зачем участвовать. Да? И вот собрал там очень много ответов, на самом деле. Они были совершенно разные, потому что меня в свою очередь спрашивали, а зачем, если мы и так очень много участвовали. И вплоть до того, что зачем участвовать, если это так дорого, и кто же нам оплатит, и так далее. Было масса вообще ответов.
И я решил подойти именно как эксперт и посмотреть, а для чего же можно действительно участвовать? И надо ли участвовать? Может быть, и не надо совсем. Вот. И оказалось, что действительно можно решить целую массу задач, если вот поехать на такую иностранную конференцию. И получить вообще какие-то преимущества от этого участия, в том числе там, знакомство с иностранными специалистами, там, какие-то возможности работы, в том числе очень важно, может быть, посмотреть, а где вы находитесь сейчас, вот данным, вы отстали, или, может быть, вы на уровне, или вы что-то даже где-то вышли вперед, это тоже очень важно. Вот. И одна из таких важных моментов – это а сколько это участие стоит, действительно. Вот оказалось, что достаточно серьезный симпозиум иностранный, и, в общем, бюджет его не очень велик. Примерно $600. Если посчитать, сколько мы тратим иногда на отпуск, то, в общем, это вот такие совсем разумные, я бы сказал, деньги. Вот куда-куда было принято решение ехать. Это Хайфа, знаменитый Технион в Израиле. Правда, симпозиум касался реактивных двигателей и турботехники. А я занимаюсь, например, двигателями внутреннего сгорания, и вроде бы как туда попасть. Да, но оказалось, что почему нет? Мы знаем, двигатели имеют турбонаддув. Значит, агрегаты турбонаддува, почему бы не попробовать? Я представил, значит, на организаторам вот такой вот вариант доклада. Они сказали, это очень хорошо, это турботехника, давайте, приезжайте. Вот. И сообщил об этом Роман Анатольевич Варбанцу. И он говорит, у нас в судовых двигателях тоже же есть турбоагрегаты. И организаторы приняли, тоже приезжайте. И мы, собственно, туда отправились. Чем интересно это вообще мероприятие? Именно вот это. Тем, что в организаторах, если вы посмотрите, видно, это компания IEAI, это израильская авиационная промышленность. Это вся беспилотная техника, ну а вообще это модернизация всех самолетов, которые приходят военные в Израиль, в израильские военно-воздушные силы, включая сейчас F-35. Он, в общем-то, имеет только железо американское, а все электронная часть чисто израильская, это вот эта компания. Компания «Рафаэль» — это совершенно знаменитая компания, это железный купол, система ПВО, это там, ну, и масса всего другого. Поэтому, конечно, это было очень интересно. Ну вот, вид Хайфы, значит, из аэропорта на поезде легко проехать, такой двухэтажный хороший поезд. Значит, вот это Технион уже. Первый день – это день учебы. Значит, там проводится такая система. Это, кстати, очень интересно посмотреть, как вообще это сделано там. Первый день учебы, и это значит, что проводится семинар, куда приглашаются такие известные специалисты в области реактивных двигателей и турбин. Вот. И он проводится в здании аэрокосмического факультета Технеона. Очень интересная вывеска, я ее сделал фотографию. Мы все знаем, что у нас олигархи стараются куда-то спрятать доходы в какие-то офшоры и так далее. Вот израильская тема совершенно противоположна. Простой еврей из Лос-Анджелеса просто взял, выделил деньги и построил здание аэрокосмического факультета Технеона. И вот эта вывеска об этом. Значит, первое, что вы видите, когда вы ходите, это огромное количество беспилотников. Израиль, конечно, пионер в боевом применении беспилотников, безусловно. И их
по стенам, по потолкам просто какое-то колоссальное количество, вы понимаете, что это там исследуется. Совершенно великолепная коллекция лопастей вертолетов разрезанных. Вот. Значит, вроде бы кажется, да, как красиво, там их сотни, этих лопастей, но опять-таки понятно, что это сделано не просто так. Это какая-то группа исследовала это дело, и потом вертолеты, которые применяются в израильских ВВС, они ремонтируются, в том числе с помощью лопастей. И мы все знаем, что вот, значит, завод у нас «Матур-Сич» тоже наладил это производство. Здесь это показано, результат исследования. Библиотека совершенно колоссальная. Семинар был в библиотеке, и там даже оказалось целые полки книг на русском языке. Понятно, что большое количество сотрудников научных Техниона, они приехали из бывшего Советского Союза. Следующий. Было три доклада, очень интересных. Профессор Панагуа из университета американского, доктор Саракоглу, это Кармановский институт, и чрезвычайно интересный доклад был доктора Кларка из лаборатории исследовательской военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Вот профессор Панагуа говорил очень интересно про вращающуюся спиновая детонация, про камеры сгорания, которые позволяют создать такую детонацию, и про турбины. Оказалось, что не просто можно волновой такой дизайн, связанный с детонацией, делать, проектировать турбины, а при детонации, при определенных условиях, вообще и лопатки не нужны. Турбина безлопаточная, значит, она не требует охлаждения, и можно полностью, значит, 2500 градусов сделать перед турбиной. Следующий. Вот этот доклад доктора Кларка по поводу исследований турбин для авиационных двигателей, в том числе и военных, американских, чрезвычайно интересный вообще во всех отношениях и поражает количество участников в этих исследованиях. Вот оно, я специально сделал фотографию. Просто колоссальное исследование и колоссальные перспективы этих турбин от истории до и дальше до ближайших перспектив. Вот это уже второй день открытия симпозиума. Значит, наверху была специально сделана выставка. Большое количество израильских фирм участвовало, которые представляли свои различные экспонаты. И диагностика двигателей реактивных, и детали, и агрегаты, и так далее. Следующий. Это пленарное заседание. Значит, это на заведующий кафедры, профессор Леви, декан факультета и заказчик, конечно. Также выступали доктора, которые давали предыдущий день семинара. Они здесь выступали кратко уже, но в принципе о том же. И лично меня заинтересовал один доклад. Это доцент выступал с микротурбиной, микротурбинной установкой. Турбина очень маленькая, у нее частота вращения порядка 600 тысяч оборотов. Я даже не знал, что такую можно получить, но тем не менее они исследуют, у них есть опытные образцы. Вот, и следующий, будьте добры. Я сравнил это, значит, у меня есть авторское свидетельство 40-летней давности, да, вот картинка, две турбины, одна верхняя, это 40 лет назад, 79-й год, нижняя, это сейчас, то, что они исследуют, как говорят, да, похоже, да, так близнецы и братья немножко. Вот, значит, что исследуется? Исследуется эта энергоустановка, не двигатель внутреннего сгорания для беспилотного летательного аппарата, не турбореактивный двигатель, а микротурбина,
которая гибридная установка, микротурбина, которая питает батарею для электрических двигателей этого беспилотного аппарата. Вот. Но интересная вещь, с которой мы сталкивались 40 лет назад, и сейчас то же самое. Я спросил, а каким же образом у вас гироскопический момент у летательного аппарата, и гироскопический момент будет гнуть консольный ротор. Мы с этим сталкивались, мы решили эту проблему. А значит, Израиль решает эту проблему с помощью твердых сплавов и керамики. Но это все равно приводит к тому, что зазор на консольно расположенной турбине, радиальный зазор будет большой, и КПД все равно хорошим не будет. То есть даже 40 лет назад можно оказаться чуть-чуть дальше, чем то, что делается сейчас. Следующий. Это открывается посещение лаборатории, такое, ну, как бы для всех, да, для всех участников. Вот здесь заказчик, проректор по науке Техниона, значит, профессор Леви, заведующий кафедрой, декан и доцент, который как главный исполнитель этой всей, организатор всей этой конференции. Следующий. Очень интересно, ну, начиная с плакатов, где видно, чем вообще занимается факультет, чем занимается лаборатория. Вот. Основные вещи две, в общем-то. Первое – это беспилотники, это энергоустановки всех видов, типов. И второе – это энергоустановки, связанные с тем, что в Израиле все-таки нету, например, там пресной воды, да, проблема с энергетикой. И вот эта энергетика для, так сказать, народного хозяйства – это второе направление. Очень большой музей, вот он, наверное, поменьше, чем музей в ХАИ, вот, но он отличается тем, что это не двигатели там от советской авиационной техники, а это двигатели от американской техники. Их там огромное количество, там, ну вот все, что проходило, да, и плюс еще французской, потому что ВВС Цахала получали еще и «Миражи», в том числе раньше, получали английские самолеты, и вот все эти двигатели, они все там разрезаны, и точно так же их можно видеть. Вот. Микротурбины. Есть установки у них уже, то же самое с микротурбинами, вот с такими же, такие же гибридные установки. Ну, и я сделал фотографию, очень мне понравился уголок, прямо сразу понятно, откуда люди там. Вот станочек такой токарный, да, и прямо вот все наше. Следующий. Вот это очень понравилось мне, значит, это фирма AMT, это голландская фирма-производитель, производит двигатели вот эти микро ТРД для, в том числе варианты для университетов с интерфейсом, с программным обеспечением. Очень просто делается стенд для испытательный, очень простой бокс испытательный, все абсолютно наглядно. Двигатель стоит около 2000 долларов такой. И их там просто на факультете огромное количество и собранных, и разобранных, и на стендах стоящих, и вот там это стенд балансировочный, то есть целая инфраструктура, вот, связанная с этим двигателем. Я просто помню в свое время это вот турбостартеры, из которых делался в Советском Союзе для учебного процесса какой-то реактивный двигатель. Этого уже всего нет. Вот это так, как они делают в Израиле. Следующий. Ну и мы, соответственно, тоже приняли участие. Мы сделали доклады. Вот Роман Анатольевич там своим докладом. Кстати, доклад вызвал интерес большой, потому что это по диагностике. И вот этот принцип, он, в принципе, применим и для двигателей реактивных. Вот, ну, я тоже сделал, вот наша команда. Соответственно, мы получили определенный опыт и надеемся его продолжить уже после этого вот всего этого карантина, и другим тоже желаем. Спасибо за внимание, спасибо, что дали возможность выступить.
Спасибо, Сергей Эдуардович. Спасибо. Вопросы есть к Сергею Эдуардовичу? Окей. Now, профессор Атли Хертененс. Do you hear me? Okay? Yes, I can hear you. Thank you. Okay. Let me thank Professor Atli Hertinens for coming here today in Odessa. On behalf of Odessa National Maritime University Marine Engineering Department, I would like to welcome you here today in Odessa. And let me introduce Professor Atli Hertinens from Norway. Atli Hertinens has a PhD degree in cybernetics from the Technical University in Trondheim, Norway. 20 years experience at Siemens worldwide and founder of Siemens Technology in Norway. Professor at Narvik University College, lecturing international business and responsible for some technical cybernetics projects. 30 years experience from oil and gas business worldwide and founder, co-founder of companies like Fuel Tech Solution, Sicom AC, Wins, Wins Geo, Vidrill, Visiotechnic, and many others. Long track record for international business in countries like Russia, Ukraine, Japan, United States of America, Brazil, Germany, Scotland, Saudi Arabia, Mexico, etc. Also involving contact with governmental institutions. He is founder, president, and chief executive officer of Wireless Instrumentational System, WINS. Please, Atli, make a presentation and please pay attention that we will make a parallel translation of your presentation. Atli, please make your presentation. Спасибо. Дамы и господа, добрый день. Sorry that I have to continue in English. My name is Atli Hertinens, and yes, for the last years I have been head of wireless instrumentation systems, working with wireless communication and energy generation in oil and gas wells. But I have been involved in fuel tech since 1986, when actually it was Geir Fisko, who established the company Fuel Tech, but I worked together with him. And he was my advisor at when I took my PhD in the combination between technical cybernetics and marine engines. Perhaps some of you know about Geir Fisko, who is the grand old man in combustion and ignition testing. I also have here together with me Mr. Trygve Aglen, who is the real technical guy between for fuel tech the last 20 years. So if I can't answer detailed technical questions, Trygve here by my side will answer these questions, and he will also tell a little bit about the new R&D project. We will first now talk a little bit about the fuel tech background, then a little bit about some the global mega trend for reducing carbon emission from shipping, and then a little bit about carbon neutral fuel alternatives. Then we look at ammonia as maritime fuel, challenges, opportunities, and I guess many of you in the audience, you know
more than us about this. And then finally, we will be talking about the new ammonia combustion research facility we are building up in Norway. Atli, please. If you can make a little pause, please, for translator. Oh, sorry. It's finished. Sorry, please. Shall I continue? Just a moment. I ask for translator. Are you ready to translate? Okay, Atli, please make your presentation and make the after bit a little pause, please, for translator. Yeah. Okay. Continue. Make some pauses. Let me then just say a little bit about some customer references. FuelTech and FuelTech Solution. We have delivered technology and product to different customer groups. On the left side of this slide, you can see we have divided this. We have delivered to oil companies, testing agencies, engine manufacturers, and universities. Please, now, please translate some words of Atli, please, okay? Mm-hmm. Сейчас мы поговорим об истории FuelTech, которая 30 лет по анализу сгорания топлива. И мы поговорим о компаниях, с которыми мы сотрудничаем и поставляем туда разные виды продуктов. Это нефтяные компании, это тестирующие агентства, производители двигателей и также университеты. Okay, thank you. And please continue, please, Atli. Atli, okay, continue, please. Just a second. It was some network problem, I think. Somebody. Yes, okay. Continue, please. Our translator make translation it, and please continue your presentation, okay? Yeah. Okay, I will say a few words about the products from FuelTech Solutions. These products are all based on constant volume combustion rigs, which we have been working for many years. Мы демонстрируем сейчас наш диапазон продуктов, технологии FuelTech, которая основана на сгорании на основе постоянного объема. Fuel ignition tester was one of the first instruments that was used constant volume combustion technology to determine CNTE number of automotive diesel fuels. This instrument was. Значит, тестер горения топлива был основан на технологии сгорания на основе постоянного объема и использовался для расчета цетанового числа. This instrument was developed and manufactured by FuelTech, and the whole product line for this instrument was sold to Waukesha Engine in USA. The other product, fuel combustion analyzer, is a specialized instrument for measuring ignition and combustion properties of heavy fuels. Анализатор горения топлива использовался для анализа горения топлива, тяжелого топлива. The instrument is operating according to
Energy Institute method, IP541, and this is the only method, standardized method for determination of ignition and combustion properties for marine heavy fuel oils. Этот анализатор использовался при институтах для анализа технологии горения топлива. Since the composition of heavy fuel oils is complex, it is very difficult to predict the ignition properties by empirical methods. So this instrument has been used for both development and quality control, and they are available at many marine fuel testing agencies in the main harbors around the world. Данный анализатор использовался во многих тестирующих агентствах по тестировке топлива. The third instrument is an instrument named Combustion Research Unit. This instrument was developed by us on a request from VW in Germany. They wanted an instrument based on constant volume combustion technology with the latest injection or common rail injection technology available. Устройство по исследованию горения топлива было разработано в Германии и также основывалось на технологии сгорания на основе постоянного объема. Later we have developed this instrument with different modules that can be added. So we have available a module for heavy fuel injection. We have a high temperature combustion chamber which can be used for compression ignition of alcohols and gasoline, for instance. Также это устройство использовалось вместе с камерой сгорания. We have also delivered this instrument as a dual fuel unit, which can use pilot fuel diesel to ignite, for instance, highly aromatic heavy fuels, which normally will not be able to burn inside a combustion engine. Это устройство было использовано для дизеля, для двойного топлива газа и для горания с высоким темпом. So this instrument can be customized, and all the units we have delivered are, or many of them has been delivered customized to requests from different research institutes and engine fabricators. Данные продукты были разработаны для проведения исследований в научно-исследовательских институтах. Мартина, Новикакрения. Okay. Okay. Then I would spend a few minutes on global megatrend, reducing carbon footprint from ships. Сейчас мы потратим несколько минут на анализ глобальной мегатенденции по уменьшению следа углерода от судоходства. I believe the audience know already about this. This comes from the source DNV. Насколько известно, что аудитория знает о данном методе. The blue curve here show the development of greenhouse gases if we do nothing, if we have business as usual. Синяя кривая показывает влияние парниковых газов
газов в том случае, когда мы не делаем ничего, то есть при обычном выбросе. The red dotted line show how greenhouse gases should be reduced due to the Paris Agreement. Красная прямая показывает, как парниковые газы должны быть уменьшены согласно Парижского соглашения. And finally, the green line show how IMO, the International Marine Organization, how they plan or predict this should go by, of course, then we have to do something. And this illustration is just to show that we have to do something with marine fuel and also marine engines. И также зеленая ломаная линия показывает, какой должен быть путь эмиссии, то есть выброса парниковых газов согласно стратегии, разработанной Международной морской организацией по выбросам парниковых газов, и что мы для этого должны сделать. Here we see carbon neutral fuel alternatives. For the shipping industry. Здесь мы видим альтернативы топлива с нейтральным углеродом для судовой промышленности. And the most interesting here is, of course, we see that in the future oil will be go down. There will be an increase in natural gas, but the most interesting to see here is the use of low carbon fuels, where we have especially hydrogen, ammonia, methanol, synthetic diesel, and synthetic methanol. И также на данном слайде мы можем увидеть, что количество нефти будет уменьшаться и будет увеличение сжиженного природного газа, также который будет содержать водород, аммиак, метанол, синтетическое дизельное топливо и синтетический метан. I will soon get back to how we position fuel tech for testing of fuels using ammonia. Я также расскажу, как мы будем использовать в данной ситуации аммиак. Here is an illustration showing ammonia production and applications. Здесь показано производство аммиака и его применение. We see here the upper one, the brown, with the traditional production of ammonia. Тут мы можем увидеть традиционное производство аммиака, коричневый аммиак с высоким содержанием углерода. Then the blue, which we call low carbon, is using natural gas to make H2, but then to include capturing the carbon, so you get low carbon hydrogen. Синий аммиак с низким содержанием углерода показывает, как мы из природного газа с захватом углерода можем получить водород с низким содержанием углерода. And from low carbon hydrogen, you using the Haber-Bosch method, you get low carbon ammonia. И используя этот метод, мы получаем аммиак с низким содержанием углерода.
And then, of course, nowadays, the most interesting and important is the production of green ammonia. И на сегодняшний день самое интересное и самое важное – это производство зеленого аммиака. And you see on the left side, the input is wind, solar, hydropower. И таким образом мы видим, как с помощью этого метода вырабатывается электричество, то есть гидромощность. So then using renewable energy and just H2O. То есть мы используем возобновленную энергию и воду H2O. Yeah. And the electrolysis, you get green hydrogen, again the Haber-Bosch method, and you get green ammonia. И с помощью электролиза мы получаем зеленый гидроген, водород, а затем с помощью метода Haber-Bosch получаем зеленый аммиак. And of course there is a lot of research work around the world now. To improve or to modify the Haber-Bosch method to make it more efficient. И на сегодняшний день есть много способов модифицировать метод Haber-Bosch, чтобы сделать его более эффективным. Today it's probably around 80-85% efficiency. На сегодняшний день около 80-85% эффективности. Based on research work going on. Основанные на научно-исследовательской работе. We believe the efficiency can be increased to around 95%. И мы верим в то, что эффективность может быть увеличится до 95%. It's also especially interesting, I think, now in your region, Odessa, Nikolaev, Kherson. Это также может быть интересно в вашем регионе, Одесса, Николаев, Херсон. The huge investments now being done in land-based wind power and solar power. Новые инвестиции производятся в ветряную мощность и энергию солнечных батарей. And then you have the input, one of the most important inputs, electrical energy. И затем на основе этого вы получите самый главный результат – электрическую энергию. And green electrical energy, so you can in your region make green ammonia. И таким образом вы сможете производить в вашем регионе зеленый аммиак, зеленую солнечную энергию. Yeah. We know the traditional use of ammonia, that's like fertilizers, industry and power generation. Зеленый аммиак, как вы знаете, может использоваться в отрасли удобрений и также поколения мощности. And the new use now application, that's shipping fuel. И новое применение на сегодняшний день – это топливо для судов. This slide, which comes from and is addressed by MIN, just show the challenges and opportunities, and for Fuel Tech, we will be engaged in what we call combustion kinetics.
That's our main technology background. Данный слайд показывает возможности и проблемы для технологии топлива. Now I will give the word to Trygve, who will tell a little bit about our new project. It's about new ammonia combustion research facility. And this is also where we would like to invite some from the audience here to participate in this research, if this should be of interest. Please, Trygve. Сейчас мы вам покажем новый наш проект по поводу исследования устройства по сгоранию нового аммиака. И для тех, кто хочет принять участие в данном проекте, мы с удовольствием послушаем. In cooperation with the Norwegian University of Science and Technology, we are going to develop and build a new combustion research facility. Проект включает в себя следующие задачи. Разработать устройство по исследованию нового горения для того, чтобы определить характеристики зажигания и возгорания аммиака и различных смесей газа. This combustion facility will be used by the university to better understand the combustion kinetics of ammonia fuels, and also it will have the possibility to mix ammonia with other gases for use in marine engines. Этот метод был использован университетом для того, чтобы лучше понять кинетику сгорания. The instrument will be flexible and will have different means of igniting the fuel, like the possibility for spark ignition, liquid pilot fuel, or compression ignition. Этот метод будет эффективен для увеличения гибкости топлива и возможности объединить жидкость и газовое топливо. И также возгорание будет производиться с помощью свечи зажигания или возгорания сжатия. The research work will be carried out at the university, and we will contribute with the long experience that we have with the constant volume combustion rigs. Это исследование будет проходить, проект проходить в рамках университета. I think we have already spent more than the time we got. So, are there any comments or questions? Есть ли у вас какие-то вопросы к профессору? Yes. Thank you. Thank you, Atle. Thank you. Let me thank Professor Atle Hietanens for an interesting presentation. On behalf of Odessa National Maritime University Marine Engineering Department, I would like to welcome you here today in Odessa. What? Any question, please? Yes, I have a question. Please, if it possible, can you advise some articles with economic analyzing of this research to have some view about economical part of this? Yes, we can. Can you see my email address on the presentation? Can you please send me your email and we will get back to you. Thank you very much. Thank you.
Okay. Any question, please? Okay. I have a general question to Professor Atle Hietanens. How difficult to implement your use and implement your ideas to the immediate production, please? It's our instruments are easily implemented. Perhaps you, Trygve, can add what we need to install or implement our instruments. I'm not sure if I understood the question. Is it about implementing the combustion instruments that we are producing? Yes, please. Is it will be expensive for the final customers, please? This is an instrument that, depending on features, it has a price between 150 and 200,000 euro. This is sold worldwide and to universities. We normally give some discount, but this is now. These instruments are sold to engine manufacturers. MAN have, Wärtsilä have, and many oil company and oil companies, research centers and refineries, and then to research centers and universities. And to universities, we can discuss the price. And you don't need much space to install it. You need to have, we use such a very small sample of the fuel, so there is not much, let's say, exhaust or pollution by using this. No. Yes. Thank you, Professor Atle. And is it really work now, or is it will be soon? What is your opinion? The ammonia research, which we will, regarding the ammonia, then there is a lot of security matters around that, which is not present for the previous or the existing instruments. But using ammonia, there are many safety precautions. We predict that this project will be after 1 year, we will have the new ammonia testing facility, and that will be located at the Technical University, which is just 5 minutes by car away from FuelTech lab and workshops and offices. So, and you are very welcome to visit us in Trondheim. I was vaccinated 2 days ago, so I plan to come to Odessa in together with my wife in June. Thank you. Welcome in Odessa, please, Professor. Welcome. And any question, please? Maybe Alexey Yeruganov wants to ask some question to Professor Atle. It was quite interesting to hear that you are conducting a lot of jobs in this direction. But you know, you already repeated the questions which were most interesting for me, because from point of view of real usage of ammonia in the ship's engine, the most important is the question of security. I think it's even more stronger rules should be implemented than even for methane engines, because molecule of ammonia is smaller, and that's why. From this point of view, the condition of ceilings should be also more strict. So I mean, conditions for producing of, and that's why, besides. Of course, you never will be able to explain all these details in this short conference. But also, most very interesting for me is a question of working process in the cylinder in case of usage of ammonia and so on.
But unfortunately, we do not have a lot of time. But I've heard that some ship owner, for example, I've heard, it seems to me, Exmar, Belgium, is already, let's say, in process of producing at least two LPG carriers, yeah, which are using ammonia as a fuel. As I've heard, they should be launched in South Korea, seems to me, in Hyundai shipyard, but unfortunately, I don't have a lot of info with regard to this matter. So if you will be so pleased, maybe you can share with this information if you have. Yeah, please, because we don't have much time now, so please send me an email and we can take it from there. Yeah, agreed. Thank you. Thank you. Any questions, please? Thank you, Professor Atle, for your interest presentation. You are welcome in Odessa anytime, please. Yeah, look, thank you. Look forward to that. Okay, thank you very much. Bye-bye. The next presentation will be Ms. Tatiana Trasenko. Now I introduce, sorry. Запросити завідуючу кафедри Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія, це город Ізмаїл, завідуючу кафедрою кандидата технічних наук, доцента Трасенко Тетяну Владиславовну. Прошу. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Вітаю усіх учасників сьогоднішнього заходу. Вітаю наших шановних членів президіуму, шановного доктора технічних наук професора Руденка Сергія Васильовича, шановного доктора технічних наук професора Варбанця Романа Анатолійовича. Дякую вам за надане слово. І хочу казати, що дійсно умови карантинних обмежень, вони дуже обмежують наші можливості, зокрема, організації таких заходів, як сьогоднішня конференція. Це дуже прикро, але хочу висловити, Романе Анатолійовичу, особисто вам дуже величезну подяку вам та оргкомітету за те, що ви змогли організувати цей захід на такому високому рівні. Ця онлайн-конференція, вона дуже цікава та дозволяє академічній спільноті ділитися своїми доробками всіх шановних науковців, еліту, дослідників. Таке спілкування дійсно дуже корисне та дозволяє рухатись вперед та знаходити нові сили та ідеї. Якщо у декілька слів представити мій заклад, це Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія, він знаходиться у місті Ізмаїл на півдні Одеської області, та він відносно молодий, тому що якщо відлікувати час від першого відкриття заочного відділення здесь, це 60-ті роки, але денна форма навчання запроваджена в нас тільки у 2002 році. На даний час у нас 5 кафедр, та я є завідувачем однієї з кафедр, це кафедра інженерних дисциплін. Основна тема досліджень моєї кафедри – це питання енергоефективності у внутрішньому судноплавстві. Якщо ось попередній спікер в основному торкався питань морського судноплавства та питань зменшення шкідливих викидів до атмосфери від морських суден, то в нас дуже актуальне питання
такого це питання у внутрішньому Дунайському судноплавстві, тому що європейська спільнота, Європейський Союз, він дуже активно впроваджує різні проекти, дослідження та обмеження у екологічній сфері на внутрішніх водних путях Європи, але є певні такі перекоси, тому що в основному це дуже, дуже коштовні проекти, до яких не готові інвестувати кошти існуючі гравці ринку перевезень. Я хочу казати, що ринок дунайських перевезень, він дуже закритий, та він налічує декілька основних гравців, які мають дуже, дуже такий старий флот. В основному возраст суден у дунайських перевезеннях більше 30 років, і при цьому ці судна мають дуже хороший стан корпусу, але не дуже хороший стан з боку енергетичної установки. Тому це питання зменшення шкідливих викидів та оптимізації режимів руху караванів зі штовхачами, з тяжолими багатоваговими караванами, воно дуже актуально для саме для Дунайського судноплавства, та до нього не дуже привертають увагу європейські дослідники, тому що європейські внутрішні водні шляхи, вони характеризуються в основному рухом одиночних суден, суховантажних або налівних, та це зовсім інша тематика. Ось ми маємо декілька досліджень, які мають на метою знайти ті шляхи, які були б не такими коштовними, як європейські проекти, але дозволили б залишитися на ринку перевезень існуючим судновласникам, зокрема нашому українському судновласнику, українському дунайському пароплавству. На жаль, я не можу сьогодні присвячити більше часу цьому питанню. Дякую, Романе Наталійовичу, за надане слово, але ми завжди готові до співпраці, і дуже приємно відчувати підтримку з вашого боку та співпрацювати з вами. Дякую. Всім учасникам конференції хочу побажати плідної співпраці та нових знань та досліджень. Дякую, Тетяна Владиславовна. Шановні друзі, шановні колеги, в нас на зв'язку Павло Вікторович Кудюкін. Павло Вікторович, ви нас слышите? Павло Вікторович. Павел Викторович, мы общали. Вы слышите нас? Вы можете сделать сейчас презентацию? Сейчас подождем пару секунд. Ага. Павел Викторович, мы вас видим, а вы включите микрофон, чтобы мы вас слышали. Да, включил я. Слышно? Да, сейчас я вас представлю. Одну секундочку. Спасибо. Я вас сейчас представлю. Президент акционерного судноплавного концерна «Черноморское морское пароплавство» Павло Викторович Кудюкин. Тема звернення повернення Україні статусу морської держави. Павло Викторович, если вы готовы, пожалуйста. Добрый день. Я приветствую всю конференцию. Очень жаль, что мы не можем быть все вместе в одном зале,
видеть друг друга и слышать друг друга, и это крайне важно, когда диалоги происходят в присутствии, и это важно. Но, к сожалению, как говорил великий классик, маемо это же маемо. Относительно темы возвращения статуса морской державы в Украине, я над ней работаю уже очень много лет, но не только я, там коллектив там Черноморского пароходства, проектные институты, заграничные компании, такие как River Lake, скажем, там у нас много партнеров в Греции, в Италии, и потому в Лондоне, в Швейцарии. И потому статус морской державы Украины, это имеет очень большое значение, потому что в целом на 91 год Украина занимала 11 место в мире как морская держава. Если Украину теоретически вычленить из Советского Союза, то мы опережали весь Советский Союз вместе взятый. В Украине до определенного момента было 19 портов, но 7 несущих из них. Это Одесса, Южный Лещевск, Николаев, Измаил, Херсон, Рени. Это 93% побережья Украины, которые практически все входят в Одесскую область, можно так сказать. Там, конечно, Николаев, Херсон имеет значение, но, в общем-то, это все это порты Северного Причерноморья. И на сегодняшний день, к великому сожалению, если подвести линию общего знаменателя, то мы потеряли вторую в мире судовладельческую компанию, как Черноморское пароходство, совершенно убито Дунайское пароходство, убито Мариупольское пароходство, и, в общем-то, практически флота на Украине, в общем-то, в собственности Украины, и неважно, форма собственности, нет. Это означает, что мы потеряли статус морской державы, потому что в целом наличие портов это еще не статус морской державы. У нас 73% было общесоюзного судостроения и кораблестроения на Украине. Николаев, Херсон, Измаил, Киев, Керчь, скажем там. Мы строили практически все виды судов. На сегодняшний день тоже это остановлено. Мы занимаемся же этой темой много лет, и на 9 июня прошлого года мы прошли государственную регистрацию акционерного судоходного концерна «Власка» Черноморского морского пароходства как вторая редакция по указу президента Леонида Кравчука в свое время созданного. Поэтому компания не прерывает свою жизнедеятельность независимо от наличия флота. Если коснуться таких государств, как Чехия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Швейцария и много других стран, там перечислять ни к чему не следует, они не имеют выхода к морю, но имеют флота. Чехия имеет порт приписки Прага, который не имеет ни реки, ни озера. На борту судов, на корме судов порт приписки Прага, она имеет один из самых крупных флотов, танкерных флотов в мире. Это я говорю с сожалением о том, что Украина природно и исторически, начиная с царских времен и в советские годы, приобрела вот такое значение и колоссальная база грузовая, колоссальная академическая база, лучшее учебное заведение, в общем-то, можно сказать, в мире всех направлений. И судостроение, кораблестроение, они позволяли когда-то иметь Черноморское государство морское пароходство, которое закрывало все Черное море, и на базе Одесского софт-танкера, пароходского софт-танкера, созданы два пароходства. Это Новороссийское и Грузинское пароходство. Посему у меня никаких нет сомнений, что мы сможем вернуть статус морской державы Украины. Это наличие всего того, что я сказал в целом. Что на сегодняшний день проделано нами? Значит, при создании компании АСК «Бласка» Черноморского морского пароходства мы создали два наблюдательных совета. Одни находятся за границей, потому что в целом основной ресурс, финансовый ресурс по судостроению и покупке флота и по грузовой базе это за границей. Хотя Украина по грузовой базе своей внутренней, она владеет колоссальным ресурсом. И наш внутренний рынок как бы Черного моря, он является одним из самых устойчивых в мире. Мы в прошлом году произвели более 66 миллионов тонн зерновых там. Мы в данном случае
судостроения. Я посетил дважды Германию, Бремен, Гамбург, там и мои давние связи там с их судостроителями. В принципе, концептуально согласовано, что мы сможем с ними возобновить отношения. В общем, мир как-то перевернут, можно сказать, наизнанку, в том понимании, что колоссальное судостроение развито в Китае, и все немецкие судовладельцы строят в Китае, но все китайские судовладельцы строят в Германии. И мы полагаем, что в Германии мы также будем строить свой флот, и мы имеем уже отношения с верфями. Ну, к великому сожалению, для того, чтобы владеть статусом, необходимо не только иметь флот и порты, потому что 7 портов перекрывали 73% экспортно-импортного движения в сторону России, Прибалтики, Молдавии, Азии, вплоть до Китая. Эти порты остаются работать, как я уже их называл, эти порты, и это имеет очень большое значение. И пропускная способность их позволяет наращивать мощности. В порту Южном у нас есть 2 площадки у наших вероятных партнеров, 25 гектаров и 63 гектара, где мы собираемся, еще пока не избрали на какой площадке, строить там нефтяной хаб по перевалке нефтепродуктов, ну, не менее 100 миллионов тонн по году, и по перевалке зерновых продуктов. То есть там будет элеватор там пропускной способностью не менее 200 тысяч единовременно хранения. И это будет, вероятнее всего, украинские зерновые. Ну, есть большая академическая база, как наша морская академия. Вот. Но, к сожалению, потеряно очень много академических направлений, которые были в начале 90-х годов. Это и среднее мореходное училище, технического флота, и рыбфлота. Вот. И потеряна вся рыболовецкая база, скажем, по Ильичевску. Но это все можно восстанавливать. Разработаны проекты нами, и они вступают в силу. В этом году Украинский союз промышленников и предпринимателей в лице президента Кинаха Анатолия Кирилловича пригласили меня быть вице-президентом по морскому развитию Украины. И я дал подтверждение, и я означаю, что кроме Блавка я работаю и в УСПП. Ну, такие проекты, как возвращение статуса морской державы, национальная программа создания танкерного флота Украины и необходимых инфраструктурных объектов, бункеровка за пределами портовых вод Большой Одессы, создание фрахтовой биржи Украины как грузовой дом. Мы выстраиваем на коммерческих предложениях Униконтрола, это американский фонд. Наш, мой, собственно, первый вице-президент там по загранице Никос Папандреу, это известная личность, имеющая там семейное, очень большое влияние в Соединенных Штатах Америки на финансовые круги, и оттуда организовывается финансирование судостроения покупки флота. Коммерческое предложение от компании Aqua International, а также Лондонской фрахтовой биржи для Бласка. Серьезный наш партнер по фрахтованию – это компания Riverlake, которая владеет более 100 балкерами и около 100 танкеров, работая там в основном там с Роснефтью и с ливийской нефтью. Собственно, в этом же ключе собираемся работать и мы. Коммерческий вице-президент АСК «Бласка» является Джереми Вейс, и он является генеральным менеджером компании «Риверлейк». У нас эксклюзивное отношение с лондонской фрахтовой биржей в лице «Риверлейка» относительно фрахтования флота. Это основное. То есть есть понимание возвратность вложенных средств, как финансовое понимание обеспечения взаимоотношений между финансовыми институтами, банками, судовладельцами и грузовладельцами. Потому что, в общем-то, можно сказать, заказчиками моды, будем так говорить, там является грузовладелец, а не судовладелец. Мы работаем под грузовладельцем. И пока у нас два вида грузовых потоков. Это нефтяной ресурс и это зерновая база. Ну, конечно, в порту Южном будет основной проект разворачиваться там на территории порта Южный. И мы очень надеемся, что
в этом году мы компанию запустим уже в полном объеме ее финансирования. Согласована с Китаями определенная покупка судостроения у них. По первому году они готовы по проекту поднимать не менее 22 судов. Но если это будут серийные балкера, то в течение 5 лет мы можем получить 40 балкеров. Ну, коротко все. Украина была, есть, я очень надеюсь, будет морской державой. И еще при жизни, лично я надеюсь, что мы вложим остаток сил, знаний и влияния, чтобы вернуть этот статус тому, что мы любим. А мы любим землю нашу, любим Одессу и любим Украину. Ну, еще раз в окончании, жаль, что мы не видим все друг друга. Я бы хотел там всех видеть, пожать руку и визитами. Ну, коротко все. Роман Анатольевич. Спасибо. Спасибо, Павел Викторович. Спасибо за то, что вы согласились сделать презентацию на нашей конференции. Вот вопросы есть Павлу Викторовичу? Ну, у меня вопрос общего плана. Ну вот как вы считаете, Павел Викторович, ну, вот в нынешних условиях и вот с учетом действий современной команды, которая управляет страной, современной команды президента, которые, ну, конечно, искренне хотят возрождения морской активности в Украине. Вот как вы думаете, насколько реалистичны эти планы, насколько можно ожидать действительно каких-то конкретных действий в этом направлении, ну, в том направлении, чтобы Украина действительно стала морской державой? Вы знаете, я в Одессе родился в 5-м поколении. И, значит, еще и на Украине, кроме Одессы. Безумно люблю свой город, и люблю Украину. Мог бы жить там где угодно, но я не собираюсь этого делать. У меня в Одессе и роддом, и кладбище, и друзья, и учеба моя. И я стал капитаном. Но, к сожалению, наше министерство со странным названием инфраструктуры, а было правильное название Министерства транспорта, ни разу за все 20 с лишним лет не было министра с морским образованием. А это крайне важно. Это крайне важно. Потому что Украина, что угодно можно было бы сделать, кроме того, что сделали, она остается транзитной, она остается морской, она остается, выпускаем огромное количество профессиональных молодых парней и девушек, вероятно. И потому я совершенно убежден в ее будущем. Ну, а действующая команда власти, ну, не знаю, хватит ли у них там сил, знаний, и сократить расстояние между теми, кто может создавать, начиная с академических, кончая грузовладельцами и судовладельцами, и портами, и тех, кто управляет этой темой. Потому, откровенно говоря, я уже устал там думать в сторону власти, и решил, знаете, как это англичане. Хочет сделать дело хорошо, сделай его сам. Поэтому мы максимально изолированы. Неосознанно, конечно. Я стремлюсь там. Я подтвердил Киноху работу в ОСПП. Это не государственный, может быть, орган, но мы близки к админу, мы близки к администрации и близки по всем делам. И я подтвердил быть ответственным за развитие через ОСПП. Ну, а остальное, как Господь положит, так и будет. Хватит ли в министерстве там профессионалов, там, скажем, там, я ни одного моряка там не знаю, был там когда-то Васьков Юрий Ильич, это один из последних моряков, который был в отрасли. Ну, а сейчас, ну, что сделать, что сделать? Ну, из этого все, что есть, есть возможность выходить, и мы будем из этого выходить. Ну, это так, коротко. Власть, у нее проблем много со страной вообще в целом, во всех направлениях. Мы говорим о очень узких вещах, но я совершенно убежден, что морская отрасль, там, флот, порты и грузовладельцы, это фундаментальное, в чем должна была власть обратить внимание, потому что на плечах портов, на плечах академических заведений, на плечах моряков, на плечах грузовладельцев
можно поднимать Украину, потому что все завязано на металлургию, на химию, на агропромышленные направления. Это все завязано. И Украина, Молдавия боролась за 450 метров Дуная, чтобы себя объявить морской державой, имея выход к морю. Мы имели 19 портов, сегодня 12 портов, но даже бог с ним, 7 портов несущих. Это колоссальное значение имеет как определение, что мы можем и мы будем, независимо, кто бы там нами не управлял. Ну, коротко все. Спасибо, спасибо, понятно. Есть еще вопросы? Павел Викторович, я благодарю вас за ваше участие, за что вы согласились выступить на нашей конференции. Спасибо, будем держать связь. Всего хорошего. Роман Анатольевич, спасибо за внимание вам и всем присутствующим, и тех, кто слышит. Мы по духу моряки, и наши поколения были моряками. И дед мой был за 4 начальника до меня начальником Черноморского пароходства. И потому мы вернем статус и Украине, и Одессе особенно. Мы знаем, как это делать, и мы чемпионы, поэтому я думаю, что мы выиграем. Я всех обнимаю, кланяюсь вам за внимание, благодарю за все. Спасибо. Спасибо. Сейчас я хочу предоставить слово доктору технических наук, профессору Михаилу Романовичу Ткачу. Михаил Романович – это Национальный университет кораблестроения, город Николаев. Михаил Романович, пожалуйста, если вы нас слышите. Да. Да, коллеги, вы меня слышите? Вы меня слышите? Да, да, хорошо слышу. Слышите, коллеги? Хорошо слышно. Да, позвольте сказать все-таки пару слов. Прежде всего, я присоединяюсь ко всем добрым словам, которые дали высокую оценку организаторам конференции. Действительно, уровень конференции прекрасный. Столько международных участников. И организовано все прекрасно. Так что Роману Анатольевичу и всей команде вашей за это большая благодарность. Я хотел сказать, легкое дать комментарий по поводу замечание Андрея Петровича, что у двигателей, основанных на ископаемом топливе, сомнительное будущее. Дело в том, что какая бы ни была электрификация, можно легко посчитать, что мощность всех электростанций Украины 17-18 миллионов киловатт. Даже если делать по 17 киловатт на один двигатель, зеленые генераторы энергии, наверное, еще очень долго будет работать. А в этом смысле морской транспорт, наверное, является самым удачным или одним из самых удачных примеров. И все вы знаете, какие мощности двигателей, все вы знаете, какие продолжительности рейсов, поэтому, наверное, сейчас вряд ли какие-то электрические или аналогичные двигатели смогут проявить себя в морском транспорте. Что касается тематики конференции, тематика конференции мне очень понравилась. Вопросы рассмотрены, актуальные. Немножко как бы для кораблестроительного университета, института, они чуть-чуть непривычные, потому что очень много вопросов, связанных с эксплуатацией. Но было очень интересно. Я хотел пожелать всем участникам, прежде всего, удачи, здоровья, ну и натхнения в выполнении заданий, которые вы ставите перед собой, ну и которые перед нами ставит жизнь. Благодарю за внимание. Еще раз наилучшие пожелания всем участникам. Спасибо. Да, Михаил Романович, коллеги, спасибо. Меня да. Спасибо, Роман. Спасибо, что пришли. Рад вас видеть на конференции нашей. Уважаемые коллеги, на этом наше пленарное заседание мы закрываем пленарное заседание. Я рад видеть всех присутствующих. Спасибо всем за то, что уделили время и выступили на нашей конференции. Секционное заседание начнется сегодня в 14:30. Приблизительно, да, через 1:20. В 14:30 мы соберемся на первую секцию. Секция связана с судовые энергетические установки, технология ремонта, электротехника и так далее. Согласно программе. Благодарю всех за участие. До встречи на секции.